саженцы розы Боника 82, Байника 82, относятся к морозоустойчивым сортам. Высаживают их на солнечные участки, защищенные от ветров. Почву дренируют. Время посадки саженцев розы Боника 82 – вторая половина весны либо середина осени. Высота кустарника может достигать до 150 см, а ширина – до 90 см. Крупномеры розы Боника 82 очень обильно цветут. Цветочки в диаметре небольшие, до 6 см, имеют бледно-розовую окраску. Лепестки волнистые. Собираются они в крупные соцветия от 5 до 15 штучек. Аромат приятный и яркий. Используют сорт для создания цветников, живых изгородей и вертикального озеленения. Роза Флорибунда Боника 82 – это кустарники высотой от 90 до 100 см с типом роста, высокорослый, диаметром 120 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 5 до 6 см. Летом листва зеленая, осенью листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу Флорибунду Боника 82 создал Мейланд. Годом создания растения считается 1985. Растение заслуженно завоевало следующие награды: ARS 1987, RHSAGM, Gold Standard 2010. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.